чемпионате мира всего лишь 68 килограммов в рывке и 85 в толчке. Ну а у нас третий выход на помост Ребекки Коха из Латвии. Напоминаю, 15 лет этой спортсменке. И на чемпионате Европы среди девушек до 17 лет показала на рывке 67 килограммов. А на чемпионате Европы среди юниорок, где заняла третье место, показала 68. Сейчас 70 уже есть и 72 попытка. Смотрите, успешная попытка. Осталось зафиксировать штангу. Спортсмен должен занять неподвижное положение хотя бы на секунду. И судьи зажигают три белых фонаря. Попытка засчитана. Да, ну что ж, такое своеобразное открытие этих соревнований. Не потерял.